Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про Vegas, как сделать повтор и реверс видео. Так, для начала берем наше видео, перетаскиваем, находим наш безумный кадр, который нам нужно покрутить по всяким разным параметрам. У себя уже нашел такое. То есть у нас это, к примеру, видео, сейчас скажу. Товарищ едет на мотоцикле. Вот, смотрим. Вот он. Бац! Ох, и ты падает. Нам нужно этот моментик нарезать, сделать красиво. Это пока отсекаем, убираем лишнее. Далее возвращаемся назад. Находим момент, где он красиво падает. Вот. Ставим отметку. Так, все это мышкой приближаем, чтобы сделать более крупный. Просто берем здесь. Можем здесь скопировать. Можем просто Ctrl-C нажать. То есть вот этот фрагмент выделяем. Жмем Ctrl-C. Вставляем сюда, жмем Ctrl-V. Дальше опять Ctrl-V. Ну и так, сколько вам надо. Опять Ctrl-V. Смотрим, что у нас получается. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Ох ты. То есть вот такая красота у нас получается. Дальше. Чтобы это еще красивее получилось, жмем правой кнопкой мыши и находим кнопочку реверсировать. Все, у нас это реверс. Дальше сделаем этот реверс. Смотрим, что у нас в итоге получается. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Как мы видим, человек туда-обратно, туда-обратно. Ну, здесь, конечно, пока видео не создано, все это притормаживает очень таки офигенно. Смотрим еще раз. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Вот так. То есть мы реверсировали только одно видео. Картинка у нас... Ой, звук у нас остается без реверса. Соответственно, его тоже можем реверсировать. Таким образом у нас будет... А, здесь не надо. Этот нужен нам. То есть вот у нас что получится. Ох ты, хоп. Ох ты, хоп. Вот такая вот красота получается. Дальше. То есть вот мы... У нас обычно. Далее возьмем вот этот... И сделаем его чуть медленнее. Далее потом этот же. И делаем тоже чуть-чуть медленнее. И смотрим, что у нас получается. Ох ты, хоп. Ох ты, хоп. Ну вот такая вот у нас красота, в общем, получается. Как вы видите. Также мы можем это все дело растянуть еще подольше. Будет еще медленней. И очень так неплохо получится, кстати. Смотрим. Сначала будет медленно. Ну, сначала стандартно. Назад-вперед. Потом медленно. Назад-вперед. Вперед-назад. Да не важно. Смотрим. Ох ты, хоп. Ну, в общем, такая вот красота получается, ребят. Так, мы можем дальше сделать вот так. Это мы уберем, это мы уберем. Возвращаем вот это обратно. Вот, дальше делаем. То есть, что у нас тут получается? Ох ты ж, ёпта мать. Нет, раньше надо. Отсюда.
ставим здесь штукенцию эту. Дальше это убираем. Копируем. И вставляем вот сюда. Что у нас? Так, соответственно, нам этих надо местами поменять. Это реверсировать. И вот это реверсировать. И смотрим, что у нас получается. Человек едет на гору. Ох ты, ох. Также задом спускается. Ну, красота же. Только мы можем все это дело обратно немножко замедлить. И посмотрим, что у нас получится. Я думаю, получится очень даже неплохо. Смотрим. Вот он заехал. И вот он также медленно только спускается вниз. Я надеюсь, показал все, как вы поймете. То есть ничего проще не придумаешь. Как это сделать? То есть ставим маркер, то есть выделяем наше видео, разделяем его разделителем. То есть вот мы разделили, просто берем кнопкой копировать, вставлять куда нам надо, ставим маркер, ставим полоску эту, жмем Ctrl V. То есть надо сюда, ставим сюда, надо вот сюда, ставим сюда. Если надо, вот нам вот в конце сюда, ставим сюда Ctrl V. И, соответственно, вот они, наше видео. Давайте мы их ускорим немножко. Сейчас мы сделаем быстрее, чтобы этот наш товарищ быстрее туда-сюда падал. Так, что же у нас получается? Ох ты. Да, нормально, но быстро слишком. То есть задержка идет. Потому что видео не смонтировано. Ну, вот, в принципе, и все, ребят. Все-таки довольно это просто. Ничего сложного. Сейчас мы вот это вот все удалим. Кнопочкой Del. То есть вот, выбираем наше видео. То есть вот он, наше видео. Нам нужен какой-то определенный участок. Что-нибудь с ним сделать. Ставим. Раз разделитель в начале. Ну и вот где-нибудь здесь в конце, грубо говоря. Это мы выкинем отсюда. Вот этот берем. Берем Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. И так можно сколько угодно. То есть зациклим это одно и то же. Смотрим. Ну. Тут все понятно. Потом выводим видео. Визуализировать. Ну, все как я и показывал в предыдущем видео. Выделяем, что нам нужно. В данном случае вот это нам не нужно. Жмем два раза левой мышкой, левой кнопкой. Выделяем, нажимаем визуализировать. Все визуализируем и радуемся. Ну вот, в принципе, так вот легко и просто все делать, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.